где-то ты выгоден мне, где-то я тебе. Каждый играет в свою игру. Ты думаешь, ты игрок? Подражаю великим. Посмотри на власть. Они особо не церемонятся, показывают народу несколько зажигательных спектаклей. Раз в два месяца дают выпустить пар. Выборы, поздравления с Новым годом, построение нано-будущего Олимпийского царства и футбольного государства. People хавает и счастлив. Но когда у народа дыра в кармане и совсем жрать нечего, стойного! Тут уже не до водки с футболом, тут нужна жертва. И власть народу эту жертву, будь уверен, предоставит. Нас с тобой, понимаешь? Вот и получается игра такая. С одной стороны народ, которому насрать на себя, с другой власть, которая насрать на народ. А посередине мы с тобой, которые вроде как что-то должны, но кому и что? Непонятно? Святая простота. Наивнее, чем кажешься. Ты правильно говоришь. Мы с тобой намазаны как масло между тонким слоем икорки и заплесневелым батоном хлеба. Ты мне одну сказочку напомнил.